наверное, какие-то остались. Но потом был полузащитником. Про него Дик Адвокат сказал, что универсальный футболист может играть на и в полузащите, в центре поля, и в обороне. Гражданство. Он играет за сборную Мексики. Удар. Малафеев на месте. И здесь удар первый. Нихат. Вот он на ваших экранах. Заряжен на удар. Лучший бомбардир. 11 мячей на его счету, но вместе с куковыми играми 10. 10 у Росси. Росси, Джузеппе Росси. Попасть в ворота. Два человека в стенке. Удар низом. С каким трудом. Но сейчас, наверное, неприятно. Вы знаете, ударился. Я даже слышал стук головой о штангу вратаря. Он ударился, представляете? Главный арбитр направился к тренеру. Речь, видимо, пойдет о замене вратаря, не знаю. Но вот сейчас какое-то совещание. Ну, до тренера не добежал. Очень четко и, главное, своему Криженац. Вне игры нет, выход 1-1. Удар! И Малафеев. Ну, мастер Вячеслав Малафеев спасать свои ворота. Нихат. Один другого подстраховывать не получилось. Вот еще раз смотрим, смотрите, как это все вышло. А вот потому что, да, и вот убегает, видите как. И теперь Малафеев. Ну, выход 1-1. Переиграл Нихата. Аплодисменты Вячеславу Малафееву. Подключение по левому флангу, там не побежал. Аршавин за ним не побежал. Но здесь Анюков встречает. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну хорошо, что упал там 9-й номер Гильермо. И помешал Нихату. Гильермо Франко. Ну у него на футболке написано Франко. Будем его называть Франко. Над мячом. Нихат. Криженос, молодец. Все в пределах правил. Погребняк. Зырянов. Аршавин, Погребняк. Вне игры нет, надо бить. Удар. Прекрасный момент. Павел Погребняк пробивал. Похоже было на офсайд, но не поднял судья. И Павел Погребняк с правой ногой. С правой ноги пробивал. Здесь Аршавин быстро, точненько отдал ему передачу. Но вратарь молодец. 1-1 по моменту. Файзулин. Аршавин уходит от опекуна. Идет еще дальше. Пас на правый фланг. Зырянов. Удар. Это уже был удар по воротам. Ну. Файзулин как технично снял. А? Удар. Ну вот, почаще надо бить. Файзулин. Вариант атаки «Зенита» – это подключение Анюкова. Тимощук. Хороший пас. Анюков успеет. Нет, успевает защитник. Защитник не лучшим образом действует. Кстати, мы на 5-м канале проведем прямую трансляцию как вот этого матча. Погребняк. Удар! Игра рукой. Был свисток, но вот уже будет испытание возможностей физических, а согласитесь, что все-таки... Вот правильный удар, неожиданный удар. Правильно Павел Погребняк сейчас пробил. Тимощук. Как технично остановил, а? 9-й номер. Удар! Угловой. Второй угловой у ворот «Зенита». Франко атаковал. Мексиканец Франко. Пришел Погребняк помогать своим защитникам. Франко с мячом.
опасный момент. Малафеев напугал. Ну, заставил. Заставил сделать такую неточную передачу. Зырянов. Пас по Гребняку. Удержит мяч. Даже развернулся. Молодец. Ушел. Это идет дальше. Надо входить в штрафную. Вошел в штрафную. Пас вдоль ворот. Пас под удар. Эх, не почувствовал сейчас Файзулин. За спиной стояли партнеры. Тимощук в перехвате. Ким. Удар. Ну, наверное, правильно. Надо пробивать. Вновь Ким. Удар. Вратарь в падении. С трудом успевает среагировать. Атака Кима великолепная. Вот оно проявление волевых качеств. Файзулин. Ширл. Аршавин. Ширл. Подача в штрафную. Погребняк. Смело, очень смело Павел сейчас пошел и попал, кажется, по затылку защитнику. Ну что ж, это футбол. Как в Англии летят на такой мяч, на прострел, не задумываясь. Вот здесь вратарь отбивал с трудом Ким. Острый угол был, трудно было, конечно, попасть. Тут только игра на руку испанцев, все-таки физически-то они лучше. Должны быть лучше Зенита. Опасный момент. Удар. Никак его сейчас. Ким. Зырянов. И ворота пустые. Пас Аршавина. Оказался таким хитрым. И ошибается защитник, ошибается вратарь. И Погребняк в пустые ворота закатывает мяч. Россия, Испания 1-0. Еще раз посмотрите, вот здесь серия таких передач. И Аршавин, вот он играет одним касанием, защитник боится ударить вратаря, вратарь не дотягивается, и уже все, как говорится, было дело техники. Ну и надо оказаться, это и есть джокер, который в нужный момент, в нужное время оказывается у мяча. Павел Погребняк, 1-0 впереди «Зенит». Хотя сейчас труднейшее будет окончание этого матча. Это был подарок судьбы. Благодарение свыше, да, Росси готовится войти в игру. 63-я минута. Росси вместо кого? Второй номер, 87-го года рождения, рост 173, ну как у Аршавина. А еще раз посмотрите, как Павел Погребняк открывает счет. Зырянов, Аршавин, голевой пас Аршавина. На футбольном поле. Ким. Как хорошо, Погребняк один, вырывайся, входи в штрафную, удар! Надо бить, Павел, бить! Удар! Раньше надо было бить. Первым касанием, а потом уже защитники успели. Ну, хотел, конечно, получше. Вот здесь им уже надо было бить. Нет. Решил обыгрывать, а здесь уже защитник. Опытный защитник, третий номер. В стенку мяч попал. Тимощук, он разгадал. Концентрация, то есть внимание должно быть сосредоточено. Очень аккуратно надо играть. Погребняк, входит в штрафную. Ну, Паша, пас отдай направо Файзулину. Мяч на штрафной. Криженац отбил. Аут. Топовая команда испанская. Третья в Испании сейчас в чемпионате. Да и вообще по именам, по тому, как играла.